Из блокнота в мусорку, листики как в пустоту. И опять на кухне осень, дождь холодный. Мы ленивые и очень редко снимаем клипы. Но я, допустим, не люблю себя вообще в целом в кадре. Мне не нравится, как я смотрюсь. Нам нравится больше песни писать, чем визуализацию. Но нам все говорили, почему вы не сняли, и ВК нам предложили. Ты себя влюбляться не просила на двери. Единственная просьба у меня была, чтобы все было очень понятно. Потому что песня, она не сложная, она про девочку, которая испытывает чувство разочарования, боли, обиду, предательство. И чтобы на картинке это все было понятно. Совместный альбом. Только вот... Какой человек будет там сниматься, неважно, главное, чтобы он хорошо играл. А ребята играют вообще очень классно. Девочка очень классная и... Пацана я не видел. Да, я думаю, что я тоже актеры, актеры не видел тоже. Я не участвовал в выборе актера. Ну, мне прислали, я сказал, что окей. Я в этом плане положился на команду, тех, кто снимает. Я брал уроки у Сережи Бурунова. Большой привет, брат. Старался, но я не знаю, как я буду смотреться в кадр. Но актерского образования у меня нет. Будем надеяться на мастерство режиссеров, команды. Друзья для того и нужны, чтобы поддерживать, да, вот в таких ситуациях. У нас просто есть еще такой прикол, что мы вот говорим, девочки, вот если вас обидели, что вы делаете? Позвать подругу, сесть дома на кухне, открыть бутылочку вина и включить Хамали Наваи, и мы тем самым утешаем, помогаем людям, чтобы они сильно не грустили. Если не уходить в подробности, то у нас это постоянно происходит. У нас, у близких, у наших друзей, и мы всегда стараемся быть рядом, помогать друг другу. Будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичку. Мужчине не нужна женщина, чтобы подтверждать свою мужественность. Ему не нужно на женщине это. Наоборот, мужчина, он и так мужчина. Он, наоборот, должен показать женщине, что она хрупкая, что она нежная, что она красивая. Готов ее защищать, оберегать, уберегать ее там от обид, от разочарований и так далее. Скучает о нем, не звонит и пусть. Мне очень понравилась команда. Мне очень понравилось, что ты приезжаешь четко, вовремя и начинаешь сниматься, и не сидишь по 10 часов. Ты приходишь, 3 часа работаешь и уходишь. Если честно, я не знаю таких примеров. Я не знаю, я не видел. Я вообще не видел, чтобы кто-то девочку сравнивал с птичкой. Нашему старшему брату Бахти. Кроме его, никому. Когда мы начинали заниматься музыкой, всегда рядом с нами был Бахти. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.